Привет, ребята, это исследователь. Несколько роликов я уже снимал насчет туалетов в парках в Петербурге, Невограде. Они нифига не работают постоянно. И летом, зимой, как сейчас вы видите, это зима. Получается, человеку некуда в туалет сходить. Он в кусты идет, идут люди. И это правонарушение. Человека могут оштрафовать, утащить в полицию. Если это несколько раз будет, наверное, вообще каким-то уголовником сделать. По сути, само государство, вот это говнёвое, оно просто элементарно не может сделать туалеты. То есть вот туалет как бы есть, но он нифига не работает. Здесь вот вам, надеюсь, видно его. Нормальный домик такой стационарный, но он закрыт. Сейчас вечер, естественно, но он закрыт и днем, как я понимаю. Либо у него было бы время работы указано. В туалете сделан глазок. Странно. Какой смысл? Кто-то будет там сидеть и смотреть, кто пришел, но либо открыт, либо закрыт. Ну и, конечно, как я понимаю, эти гниды хотели его платным сделать. А, блин, вам ничего не видно. В телефоне не поменяют чувствительность при видео. Жалко. Хотя в некоторых фотоаппаратах это сейчас делают. Ну, я посмотрю, может, что-то смогу сделать и в этом телефоне. Ну, вспышку можно включить. Вот такая вспышечка. На этом все, ребята. Государство вообще ничего не может организовать на самом деле. К чему я веду? Так, сейчас. Ну, если такие элементарные вещи, где в парке туалет сделать, это не организовано, то все остальное тоже не организовано. Организовано воровство и грабеж под прикрытием полиции, судов. И, кстати, вот интересный момент, я хотел тоже как отдельный ролик вам рассказать. На фоне туалета. Ну ладно, давайте на фоне туалета расскажу. Чиновники все время говорят: в суд идите. И это законный способ. А там сидит такой же чинуша, который вас угробит, ну, либо засудит. И как бы они вот так говорят, и законный способ. И типа в гроб пошел нахер, то же самое. Когда чиновника, вот миллиард раз, и мне писали, и вы наверняка слышали. И сейчас вот этот вот главный бандит сказал, когда спросили, почему там одного человека сажают, другого за то же не сажают. Он сказал: ну, суд это решает. То есть вот эта старая никчемная ужимка, как будто никто не знает. Суд, нету суда, нету. Если еще кто не знает, здесь нету судов, нет вообще и не будет. Вот такой вот хотел вам штуку рассказать. Всем спасибо, подписывайтесь, до свидания. Это был исследователь про туалеты, даже поссать негде, посрать в парках. Я думаю, так по всем городам. Пока.